Господи, мой, ёб твою мать, красотища какая. Не знаю, зачем вы смотрите на сущую собаку, грёбаные извращенцы. А еще не знаю, зачем я это снимаю. Я не буду показывать крупным планом, что он делает, но вы поняли, что он делает. Ставь лойс, если видишь срущую собаку и умиляешься этому. Велик не эксплуатировался почти 2 месяца, и, блядь, самую малость он запылился, конечно. Приеду домой, вымою. Еще у меня отломан, сука, задний щиток. Собака, которая срет крупным планом. Да, а при Собянине-то лес изменился. В прошлом году здесь куча говна были, бутылки разные, срани. Сейчас даже пакетики повесили для мусора, ебать. Как культурно. Иу. Вот этот Мамаев курган, короче, это не какой-то курган. Это просто, сука, обычное стрельбище. Тут пацаны на уроках до призывной подготовки тренировали стрельбе. Вон окоп еще дальше есть. А дальше там за соснами болото, короче. Да, маленькая собачка. Ты иди. Я сейчас иду просто на свое любимое место, где я люблю просто в одиночестве находиться. Не знаю, видео получится больше такого разговорного формата. Хочу поделиться кое-какими планами, соображениями. Да, с палки ссылки, пожалуй, удобнее немножко снимать. О, как тут охуенно. Я 100 лет в лесу не был, блять, ребята. Просто не представляете, как я себя охуенно ощущаю сейчас. О май гад. О май гад. Уже тепло, слушать. Я вот в одной байке на улице 4 марта. Вообще не ощущается, что зима какая-то была. Ну, ни снега, ни хрена не было в центральной Беларуси за зиму нормального. В смысле, снег был, но, блядь, он был или мокрый, он или... Или, блядь. Или полежит пару дней, растает нах. Поэтому у нас тепло, примерно градусов 10, наверное, тепла. Бля, как тут красиво, как тут охуенно. А еще вот буквально через месяц уже все эти цветочки, хуёчки расцветут везде. Ебать, надо было волосы уложить и зафиксировать. Эдди, псина ебаная. Он все нюхает и постоянно срет. Вот что ты делаешь? Что ты, блядь, делаешь? А? Маленькая тупая собака. Ой, ты мой хороший, ой, ты моя сладость, ой, ты моя прелесть, блядь. Пиздец, в коряге, короче, я почему на велике не иду? Во-первых, собака, блядь, около каждого пня поссать мылится. О, муравейник. Слушайте, муравьи, блядь, они уже, да, уже проснулись и вылезли наружу. Смотрите, они еще, правда, такие квелые, вялые все. У! Вот. Это специально для трипофобов, короче. Я снимаю муравейник с кишащими, сука, насекомыми. О, да. Лещина, правда, у нас орехов, сука, в Беларуси нету. Кисточки эти красивые, они в макросъемке. А, камера не фокусируется, хорошо смотрится очень. Я потом нафотографирую, в инсту выкладу, короче, выложу. Да. Короче, причем он не на велике, не еду, а просто тупо его качу, потому что у меня глючит каретка передач, цепная вот эта вот. Я ее боюсь как бы вообще убить, если вчера реально... Починил ее так немножко, чтобы просто, блядь, кататься на велике до того, как замена приедет с Алика. Но ездить можно пока, но я побаиваюсь гонять особо. Я почти пришел. Пришел почти. Догоняй. Ты еди. Ребята попросили собаку понаснимать. Катя с Плюска, кстати, привет. Люба Волкова, привет. Привет вам, вот от этого, блин, личинки собаки. Тедди, посмотри на меня. Ой, ты моя сладость, как он облизывается. Боже, какой он охуенный. Сейчас опять ссать будет, смотрите. Нет, странно. Тедди, для тебя это очень странно.
Вон еще впереди один привал или кемпинг, как это правильно назвать будет. Ну, не кемпинг, скорее просто, так сказать. Блядь, тут даже не шашлычка, тут просто мусорный пакет навязан, блядь. Как меня, сука, бомбит от уёбков, которые нахуй засирают. Вот, блядь, пришли вы там время провести в лесу, побухать и что-то. Сука, ну, блядь, сожгите нахуй дерьмо свое, блядь. Что, блядь, не горит? Ёб твою мать, ну сложите в пакет. Сложите в пакет, унесите это нахуй куда-нибудь просто. С собой и выбросьте дома у себя. Нет, блядь, идешь как сука, просто после атомной бомбардировки лес, нахуй. Весь бутылка в говне в каком-то, блядь. Вот, кстати, в этом вот окопе где-то. Ой, здесь рельеф резко меняется, тут много обрывов таких. Вот там вот, блядь, старая свалка. Здесь дороги плохо видно. Вон, видите, говна сколько лежит. Там холодильник когда-то даже валялся, блядь, целый. Не знаю, наверное, лесничие убирали и вывезли все это в говно туда, где им положено быть. Вот там дальше лес, речка. Там деревня начинается между речкой, называется. Маленькая такая, ламповая, уютная. А мне вот за этот вот обрыв. Я когда-то фотографировал, еще у меня фотки даже вот эта вот сосна с обнаженными корнями. Вот у меня есть фотки где-то рядом с этой сосной. Пару лет назад с сестрой ходили в лес. Вот тут, кстати, именно на этом месте очень много этих голубых цветочков. Печёночница называется. Листьев, правда, не видно, земляника одна. И вот это вот растение называется копытень. Или копытень, правильно. Оно лекарственное. Федя, жаль, от уёбичности оно не помогает, да? Нет лекарств от уёбичности. Слышите? Дятел где-то стучит. Я его не вижу. Блять, как же неудобно сюда с великом забираться. Это просто мука. Ад ебаный. Пиздец. Но здесь лампово. Кстати, я вот пока шел, пиздел на разных уебках, которые мусорят. Вот нахуй. Вот, блять, сюда кроме меня никто не ходит. 2 года назад я оставил эту бутылку из-под пива. Она не сгорела в костре. Здесь вот если погрестись, здесь вот было кострище. Вот, а эта бутылка от пива, она просто тупо не сгорела. Ладно, через недельку сюда приду посидеть, сожгу нахуй. Ну или прихвачу, сейчас просто в пакет выкину по пути на обратной дороге. Там вот у меня за спиной болото начинается. За болотом река, короче. Короче, ребята, я сейчас в отпуске. Мои близкие друзья, близкие, не очень близкие друзья, знают, что я собираюсь увольняться, менять, так сказать, сферу деятельности. Сейчас я... Короче, ребята, вы знаете... Господи, где ты всего этого нацеплял? Вы знаете, что я собираюсь менять сферу деятельности, увольняться. Сейчас я в отпуске до 19 числа. Я пока не знаю, куда я пойду, но вот... Примерно год назад меня посетила идея о развитии своего YouTube-канала, как бы. Уже тогда я считал, что какого-то строгого формата общего у меня не будет. Я увлекаюсь как бы техникой, само собой я буду делать обзоры на технику, всякую такую фигню на разные события в мире. Но я не хочу, во-первых, инфоблядствовать, да. Во-вторых, ну, я не знаю еще что. Во-вторых, как бы хотелось бы побольше снимать. Буквально на разные вещи. У меня не особо богатая на события жизни, конечно, но я стараюсь казаться интересным человеком. То есть будет еще, начиная, наверное, от распаковок с AliExpress. То есть это как бы такой формат, который прошли, наверное, все. Даже кто не занимается распаковками, типа Букреева, а вот, допустим, есть такой блогер, как Слидан. У него забавный монтаж, и вот недавно, вчера или позавчера, у него вышел такой ролик на тему распаковки ненужного говна с AliExpress. Поэтому, начиная от распаковок и заканчивая просто пиздежом за жизнь, какими-то просто своими мыслями вслух, которые надо выразить как-то. Да, Тедди? Ты меня только слушаешь, да? Поэтому просто развитие. Вот сейчас, если посмотреть на YouTube, тренды. Заходишь в тренды YouTube,
Коронавирус, блядь, коронавирус, нахуй. У меня просто, блядь, скоро очко в корону превратится, блядь, из-за бомбежа, глядя на этих уёбков, которые просто, блядь, хайпятся на инфоповоде. Сука, даже Сидельников, блядь, туда... Ой, хотя он, в принципе, без мыла в жопу залезет, как и Висла.ком. Все вот эти вот хуесосы, короче, популярные, проплаченные. Им же надо как бы на инфоповоде свою рекламу какую-то делать. Почему бы и нет? Недавно какая-то тупая пизда, я ее не запомнил, потому что и имя им Льон, их много, этих инстаблогерш, траванула, короче, во время вечеринки по поводу дня рождения, там отравилась 2 или 3 человека, включая ее мужа, и она такая вся в инстаграме, в слезах, соплях, короче, там уже все. Ну, человек больной, блядь, человек не может жить без того, чтобы не поинфоблядствовать, как бы, тоже, блядь, сейчас химики, на которых я подписан, я интересовался химией, интересно просто, как наука, тоже, блядь, стали, сука, выпускать на эту тему ролики. Блядь, да, да, как бы, я единственное, чему поражаюсь, это тому, что, сука, человек с дипломом фармацевта, она, блядь, не знала, сука, об отравляющем свойстве углекислоты. От углекислоты, сука, отекают легкие. Это 100% пиздец. Ну ладно. Короче, мне не жалко просто эту, блядь, блогершу. Мне... Биомусор это, блядь, это премия Дарвина, нахуй. Премия Дарвина, ебаная. И мне никогда таких людей, которые без царя в голове, жалко не было. Я сам такой, но как бы на ошибках надо учиться, и надо как бы немножко голову держать. Блядь, пропаном бы взяли уже, там обдышались. Или самая веселуха, конечно, закись азота. Закись азота охуенная вещь. Я гарантирую это. То есть YouTube наполнен говном. Он вот наполнен именно инфоповодами этими ебаными, то есть хайпе на инфоповодах. Он наполнен детским контентом. Без комментариев. Это просто, блядь, это вилку мне в глаза, блядь, это о мои глаза. Я не могу это комментировать. Ну и ну слава богу, уже, блядь, как-то забыты эти вот батлы этих петушков, рэп-батлы эти. Вся эта поебень. Фу, сука, пиздец. Такая, где срань. Поэтому я как бы буду стараться просто выделяться из этой общей массы. Я пытаюсь набрать сейчас какую-то популярность, какую-то часть подписчиков. Никто, правда, на меня, блядь, не хочет подписываться. Вот. У меня, да, потому что у меня хуевая дикция, поэтому на меня не хотят подписываться. Поэтому если ты, сука, не подписался, то быстро подпишись, иначе я приду к тебе домой и трахну твоего деда. С извращениями. В жопу. А вообще, блядь, ну, глядя на YouTube как на платформу и второй по численности запросов по популярности поисковик, понятно, что там будет все. Будет все, ну, как, понятно, кроме порнухи. Поэтому я как-то буду пытаться просто выделяться из этого нахуй, вот, не просто паноптикума этого ебаного, а из этого вот, блядь, бурлящего ведра с говном, вот где это все кипит, блядь, где все это смешано, вот Ивангай, вот это вот, блядь, хуйня, вот это вот, блядь, там Бузова, там, блядь, потеряла голос, вот эти вот сейчас, сука, бля, самому не по себе. Короче, бандиты, бандидессы, блядь, бандидессы, да, правильно, феминитивщики. Это мое первое такое разговорное видео за год, больше даже, чем за год. Я год назад, больше в январе месяце, короче, прошлого года, я снял пиздежное такое тоже видео на 2-3 минуты о бродячих псах. Кстати, оно как-то зашло. На нем много лайков, правда, никто не пишется. Оно зашло, много людей плюсует. Сейчас на нем уже больше, конечно, 1000 просмотров, учитывая то, что у меня меньше 100 подписчиков. Я с трудом, блядь, на бирже накрутил, сука, 100 подписчиков, чтобы поменять адрес своего канала на отлично такого на Google ID. То есть, чтобы у меня не логин мой стоял, не почтовый ящик в URL канала, а именно название канала AbyssBlog. Почему концепция, кстати, пояснить надо, почему Abyss, то есть бездна. Потому что я, еще раз повторюсь, я планировал заливать видео самого разного формата. Абсолютно. То есть, начиная от обзоров, сука, пабликов каких-нибудь странных ВК и заканчивая обзорами там на какие-нибудь катастрофы. Или, может, какие-нибудь новости заливать, типа, как Краснова делала, Красновости. Привет, девчули.
Господи, как здесь тихо. Господи, ёб твою мать, да, ты со мной согласен. Поэтому это просто так. Видео это, оно больше пиздежное, больше для своих снято, как бы для друзей из ВК и для наших конфа-жратва. Еще раз говорю, подписывайтесь, будет интересно. Весь этот год я не развивал канал по одной простой причине. Я уехал работать и жить в такую жопу мира. Ну, я как бы и здесь в жопе мира нахожусь. Это маленький поселочек. Но у меня здесь хотя бы есть полноценный интернет и относительно мощный компьютер, на котором можно все это дело монтировать. Там у меня, сука, даже сотовая связь не всегда брала, не везде. Речи не могло идти. Я конечно, снял несколько видео, но для того, чтобы мне их залить на канал, мне надо было жить, блядь, трафика, во-первых, дохуя, а сотовый трафик мне по цене золота. Как-то монтировал и просто ехал к матери сюда и заливал. Да, я, блядь, буду жить у мамки на шее, да, ты можешь нахуй меня за это послать, обозвать чмом, там, не знаю, турбопидером тоже можешь обозвать. Не поебать, можешь даже в комментах обозвать. В техническом плане был, ну, полнейший пиздец. Я жил в комнате общежития, которая, блядь, 5 на 4 метра. Там даже, сука, снимать негде было. Я снимал на фоне засаленных обоев. Вот посмотрите на канале обзор на Redmi 8A. Кстати, хороший аппарат до сих пор таскаю, я на него снимаю в данный момент. Я сижу там на фоне каких-то сраных обоев, блядь, которые там не менялись со времен Кайнозоя, наверное. Они все засижены мухами. А за стенкой еще трахаются соседи, короче. Заебатый флоу просто для того, чтобы снимать что-то. Поэтому лучше, сука, я буду снимать что-то в лесу. Это проще, нахуй. Как бы, ребята, все, приходите, подписывайтесь, смотрите. Я гарантирую, будет заебумба, просто будет очень весело. Очень, очень. Я буду обмазываться просмотрами, подписчиками, лайками, всем вот этим вот так. Обмазываться. Так, и дрочить. Подписывайся.